Признавайся. Думала обо мне? Вообще-то да. Мне хочется сотворить что-нибудь новенькое. Что-нибудь безумное. Например? Заняться сексом в уборной мишленовского ресторана. Наверняка тут не вытворяли такого. Это станет нашим наследием. Будем первыми, кто осмелился сделать подобное. Что скажешь? Каково смотреть мне в глаза, зная, что я без белья? Если честно, я просто в шоке. Жду в женской уборной. Мой муж, он здесь. Как нам быть? Иди поздоровайся с ним. Скажи, что я надоедливый арт-дилер, которого ты терпеть не можешь, и попроси к нам присоединиться. Скажи, мол, я просто несносен и жуткий сноб. Все, иди.